Всем привет, добро пожаловать на канал. История Итана Картера продолжается. Итак, пещера, тайное какое-то тут место, мрачное, страшное, ужасное. Вот, и мы спускаемся еще глубже. Что же нас ждет впереди? И сможем ли мы найти и спасти этого мальчика? И также, конечно же, хотелось бы посмотреть, разгадать всю эту историю, что здесь интересного такого придумано. Так, шахта довольно-таки глубокая. Так, контрольная точка. Отличненько. Как я уже говорил, тут немеренная куча каких-то ответвлений, но они не нужны. Там нет ничего интересного. Нужно двигаться по сюжету. Так, ага, сюда. Какой-то туман впереди. Ага, музычка уже начинает. Слышно. Так, и снова мы выходим в какое-то интересное место. Здесь какая-то лебедка. Так, что у нас здесь? Стойка для кирки. Пусто. Кирка, кирка, кирка. Кирка! Где? Где кирка? Так. Чертов этот предновогодний какой-то вирус или что это назвать не обошел меня стороной. Немного приболел. Вы уж извините, что иногда разговариваю, скажем так, в нос. Так. Надо тут немного откатить. Он off. Ха. Вот так вот выглядит это... Я не знаю, как это назвать. Аппарат. Будет проще, наверное, назвать. Такая вот пещера. Странные какие-то, конечно, здесь камни. Ну, да ладно. Так, а теперь полный вперед. Так, нам нужно найти кирку. Так, тормози. Выходим. Так непривычно с этим выйти. То есть я всегда привык там на Е, ну как-то использовать что-то такое, а то здесь все на мышке. Все управление на мышке. Мы находим этот предмет. Шахтеров, гномов. Кто тут обитает? Так вот она выглядит. Вот, забираем ее в какой-то там инвентарь. Или как-то назвать, непонятно. Лампочка светит. Замечательный такой фонарь. Просто впендюрили лампочку какую-то непонятную. Да ладно. Главное, графон. Так, и вернем ее на место. Итак, кирка теперь на месте, и надо посмотреть, что тут у нас. Ага, вверх. Тут интересная такая картина. Сколько воды может быть на каком-то хреновом лифте? Ага, вот она перестала течь. Теперь просто стекает. Ручьями. Вот такой вот Unreal Engine. И прекратилось даже это. То есть просто такие подтеки остались. Еле-еле плавненько, без каких-либо капель, без ничего остального. Итак, замок и мама. Снаружи замок сломан. Жертва утонула посмертно. Коснуться. Ну, пока это... Так, снова нас переносит в этот потусторонний мир. Общение с духами. Так, это куда-то хрен знает куда полетело.
Вот они падают. И нужно их собрать. Итак, папа. Снова папа. Папа и мама. А тут злой папа с киркой. И... Итак, хронология. Значит, это будет один. Это у нас будет два. Это у нас будет три. Это у нас будет четыре. И следующий пять. Итак, они пришли в пещеру. Он посадил ее на лифт. Захотел отправить, потом передумал. Ну и сейчас мы это все, в принципе, увидим. Запускай мультик. Раккун. He's just a kid. He didn't disturb anything. He just found a room in an old house. That's it. Oh boy, is the price. I'm going up there. The sleeper must not sleep. Наш мальчик это цена. А цена наш мальчик. Ну как-то тут так, ребята, конечно. He can't get away. It's the sleeper's time to awake. Missy, listen to yourself. No. I see clearly. Sleeper breathes inside me. You're sick. Sick. We all are. Dale. Наконец-то. Еще один человек понимает, что не все так просто в датском королевстве и. Dale. Dale, what is this? I'm fixing something. Я кое-что исправляю. I'm fixing something. Dale, you miserable coward! Let me out! The sleeper demands to rise! The sleeper must wake up! The sleeper must wake up! The sleeper must... Собственную женушку. Отправил в мир иной. Итак, вот появляется этот осколок. Или, ну, я не знаю, как это назвать. Какой-то фрагмент памяти будет, наверное, так. Больше, скажем так, похоже на правду. Сам персонаж наш, вот этот, за которого мы играем, он говорил, что... Все эти вот трупы могут знать очень и очень многое. She's still looking for you. You need to leave. Go through there. Through that water? It kind of looks like it's boiling. No, it's just a simple chemical reaction. It's not actually boiling. Mom! Mom! Where are you? I'll deal with your brother. Just go now. Итак, мальчик у нас обзавелся уже двумя канистрами бензина. Как и он. Something was using all this pain and death. Something was becoming stronger. Становится сильнее. Ну, не буду забегать пока наперед. Кстати, это будет в следующей, наверное, серии. Итак, пройдя вот эту локацию, мы получаем ачивку гнев, по-моему, да? Sate Anger. То есть еще одна ачивочка у нас есть. Просто проходя по сюжету, вы заработаете, вы получите все ачивки. Вот, и что-то тут особого мудреного нету. Единственное, это вернуться в туннель назад. В самом начале игры просто пробежаться в нем. И разгадать тайну с этим вот хреновым снайпером. Так, что у нас тут? Стоп. Стой, стой, стой. Где тут ручник? Вылазь. Так, вагонетка пусть пока тут подождет.
А мы спустимся пониже. Посмотрим, что здесь будет происходить. Самое, что не есть, дебри. Еще глубже. Так, тут становится жарковато. Что они тут добывают? Песнопение такое, хор. Какие-то ритуальные, я не знаю, обряды. Так. Итак, вот мы попадаем непонятно куда. Что мы тут нашли? Is this warning stance walk no... Короче, лучше туда вперед не пролазить. Ну, давайте посмотрим перевод. Если вы видите это предупреждение, не ходите дальше. Если вы видите это предупреждение, наш ритуал не удался. Если вы видите это предупреждение, ворота к неведомому из глубин остаются закрытыми. Проржавевший гвоздь. Тут, наверное, давненько висит эта записочка. Что же это за ритуал и к чему он приведет, я расскажу в следующей серии. Это будет следующая ачивка. Значит, The Curse of the Seer Thing будет называться. Но в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Всем желаю удачи. Всем пока-пока.